из двух авторов, а потом начинается вот то, что наше любимое, то, что было на доске. Я бы попросил чуть-чуть набрать свет в зале, и мы по-прежнему очень просим авторов, если они вдруг узнают свой текст. А где? Серьезно? А, присылал? Да? Ну тогда, значит, за него. Вставайте за него. Вставайте за если него, да. Автор с автором танцевать начнет. Ну, отлично. Два танцующих автора — это очень гендерно-нейтрально. Да, очень современно, я бы сказал. Вот танцует автор с автором. Тоже отличная строчка для какой-нибудь. Следующая с автором, да. Да, еще у нас большая просьба. Она секретная, да? Ну, если сможете, снимите это и потом пришлите нам. Мы из этого склеим большой красивый клип и пришлем вам обратно. Невзирая на объявление телефонного телевидения. Да, как вы видите, у нас нет никакой съемки, поэтому если вы хотите, чтобы это произведение оказалось действительно нетленным, то сейчас втихаря, поскольку никто не слышит, что мы вас призываем, как-то не так это... Вот. Итак, ну что же, давайте попробуем, дорогие друзья, помолясь, так сказать. Поехали. Не знаю. Раньше я начинал, теперь гитару у тебя. Я в детстве был с кудрявой головой, на санках я любил летать. Как я скользил по горке ледяной, никто меня не мог догнать. Эх, и сказала бы мама, повзрослей, сейчас в Пекине я обгонял бобслей. Но вот туристов я лечу в Пекин, я лыжи взял, ушанку взял, и керосинку взял, и керосин, поскольку здесь я замерзал, надел кокошник, сяду в первый ряд. Привет, китайцы, я вам очень рад. Пекине панды разожгли огонь, а факел был с Алиэкспресс. Зачем китайцам нужен биатлон? Ну нафига, ведь Сочи есть. Но и без гимна мы утрем всем нос. В Пекине стали Путин и Христос. Тут ни при чем. Как хорошо, что все мы собрались, сказали мал с Ильичом. И ешьте больше здесь мышей и птиц, иначе станет меньше желтых лиц. Мне кажется, это очевидный успех. Спасибо вам огромное.
сегодня это делаем первый раз. Вообще первый раз в истории ансамбля «Несчастный случай». Наверняка подобные эксперименты кто-то где-то когда-то проводил. Но такой народный буриме, мне кажется, ну... Что-что? Пару что сделать? Строк. Да, спасибо огромное, это чрезвычайно приятно, я уже и говорю добрые слова. Вообще, великолепно, и нас это очень согревает, то, что столько талантливого народу живет вообще на свете и приходит, в частности, на концерт «Несчастного случая». Спасибо вам за это. Огромное приятно.